Продают двухэтажный дом в поселке Весенний 2. Участок 12 соток. Имеется гостевой дом. Телефон 8 910 401 40 30. Продается благоустроенный дом в селе Лабазы, 25 километров от Бузулука. Звонить 8 922 815 02 71. Продается двухкомнатная меблированная квартира в Оренбурге по улице Герцена, 47. Телефон 22 73 07. Продается трехкомнатная квартира по улице Пролетарской, 267, дробь 1. В отличном состоянии. Цена 2 миллиона 750 тысяч рублей. Торг. Телефон 8 912 845 75 50. Продадут меблированный коттедж 250 квадратных метров в селе Благословенко. Участок 12 соток. Срочно. Торг. Звонить 96 38 07. Срочно недострой с землей в поселке Неженка 3. Звонить 23 13 41. Купят документы от автомобиля по утилизации. Телефон 24 74 24. ОСАГО с учетом скидок. Оренбург, улица Туркестанская, 22. Ремонт стиральных машин, продажа запчастей. Телефон 60 60 80. Пчелоконтора реализует пчелопакеты и закупает воск. Дорого. Звонить 31 60 27. Построить дом качественно, в срок. Телефон 59 53 09. Ремонт стиральных машин недорого. Телефон 42 09 09. Организация набирает на обучение электромеханик по лифтам. Трудоустройство гарантировано. Телефон 781 407. Обучение охранников. Школа охраны. Долг 2. Телефон 58 27 25. В Октябрьскую районную больницу на постоянную работу требуется врач-эндокринолог. Зарплата от 20 до 38 тысяч рублей. Программа «Земский доктор» для лиц до 45 лет. Льготы по найму жилья. Телефон 8 35 330 217 83. В продовольственный магазин в поселке Овощевод требуются продавцы. Звонить 21 04 74. В Переволоцкую районную больницу срочно требуются врач-терапевт, врач общей практики, фельдшер, медицинская сестра, ФАП. Соцпакет, подъемные, достойная зарплата. Телефоны 8 35 330 8, номера 21 449 или 21 806. Требуется электрик КПА, водитель категории ЕД, разнорабочие. Телефоны 27 30 54 8 961 923 40 02. Организации требуется монтажник пожарной сигнализации. Оклад 25 тысяч рублей плюс командировочные. Телефоны 907 783 907 883. Булочная кондитерская «Грильяж» в связи с расширением приглашает старшего продавца. Зарплата высокая, телефон 27 37 33. Требуются автомойщики, звонить 93 68 68. На производственное предприятие требуется начальник бюро технического контроля с опытом работы. Звонить 61 67 01. Вахта, Москва. Требуются водители. Телефон 29 10 62. Требуются автомойщики. Звонить 28 65 75. Требуется маникюрный мастер. Телефон 96 86 12. Организации требуется уборщица. Зарплата от 8 тысяч рублей. Улица Полтавская, 39, дробь 1. Телефон 96 43 07. Требуется автомойщица, зарплата 40%, звонить 96 45 18. Вахта, Москва. Требуются монтажники металлоконструкций, сварщики и отделочники, звонить 29 11 04. Требуется повар европейской кухни, телефон 20 30 74.
Требуется продавец, телефон 42 31 58. Требуется инженер по расчету металлоконструкций, слесарь по ремонту оборудования, звонить 76 20 44. На постоянную работу требуются менеджеры отдела продаж и коммерческого отдела. Зарплата от 22 тысяч рублей плюс проценты. Телефон 590 560. Требуется маляр, водитель-грузчик. Зарплата от 20 тысяч рублей. Телефон 23 42 42. Вахта «Москва». Требуются охранники. Звонить 8 987 851 30 72. Требуется продавец автозапчастей с опытом работы. Телефон 26 73 99. Требуется инспектор в службу безопасности предприятия. Телефон 25 05 62. Требуются автомойщики. Звонить 56 07 37. Требуется инженер ПТО «Сметчик» с высшим строительным образованием. Телефон 42 55 10. Требуются сварщики на двери, ворота, ковку. Телефон 233 633. Требуется машинист экскаватора-погрузчика КЭТ-428. Звонить 96 16 36. Требуются охранники и стража. Телефон 31 28 02. Администратор в офис. Звонить 262 504. Замруководитель 48 тысяч рублей. Администратор 27 тысяч рублей. Телефон 26 69 54. В ресторан требуется повар. Звонить 47 28 47. Требуется повар-бригадир, повара и пекари. Телефоны 24 12 11 677 621. Офисный сотрудник от 27 тысяч рублей. Телефон 60 46 97. Помощник руководителя 22 тысячи рублей. Телефон 23 29 20. Администратор 22 тысячи рублей. Кадровик 23 тысячи рублей. Телефон 90 36 52. Медработник 27 тысяч рублей. Снабженец 33 тысячи рублей. Телефон 23 83 25. Снабженец 35 тысяч рублей. Администратор 22 тысячи рублей. Звонить 57 15 94. Стабильная офисная работа 26 тысяч рублей. Телефон 28 58 47. Инспектор по кадрам 28 тысяч рублей. Телефон 59 92 58. Заместитель директора звонить 23 40 60. Работа, в том числе студентам и пенсионерам, 28 тысяч рублей. Телефон 69 32 20. Замдиректора 40 тысяч рублей. Телефон 26 29 39. ИП требуется помощник от 35 тысяч рублей. Телефон 60 36 87. Делопроизводитель 20 тысяч рублей. Телефон 58 78 35. Помощник руководителя, снабженец, в том числе отставники, звонить 42 34 18. Менеджер по работе с клиентами, телефон 94 19 90. Руководитель ОХО 37 тысяч рублей, делопроизводитель 22 тысячи рублей, телефон 69 38 44. Помощник руководителя 25 тысяч рублей, делопроизводитель 18 тысяч рублей, звонить 60 69 35. Офисный работник от 18 тысяч рублей, телефон 60 61 85. Личный помощник 28 тысяч рублей, телефон 61 45 22. Работа в офисе, звонить 55 25 38. Администратор по персоналу 28 тысяч рублей. Телефон 92 89 85.